Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире очередной выпуск подкаста «Литературная гостиная». Выходит наша передача под эгидой Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК имени Крупской. Находится ярмарка по адресу проспект Обуховской обороны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизаровская. Сегодняшняя наша гостья – петербургский писатель Анна Гурова, автор фантастических циклов «Князь тишины», «Лунный воин», «Мельница желаний», «Малышка Карсон», подростковых повестей «Глюкоза и принц вампиров», «Глюкоза и волшебный лес», романа «Радужный змей» из цикла «Черный археолог» и многих других произведений. Кроме того, Анна – действительный член литературной студии Андрея Дмитриевича Балабухи и семинара Бориса Натановича Стругацкого «Человек с двумя высшими образованиями». О своих планах, ближайших и долговременных, она сама нам сейчас расскажет. Здравствуйте, Аня. Добрый день, Василий. Рада видеть вас на нашей книжной ярмарке. Скажите, пожалуйста, вот вы пишете в основном диалогиями-трилогиями. «Малышка и Карлсон» – диалогия, «Князь тишины» – диалогия, «Лунный воин», «Мельница желаний» – все это диалогии. Что, так много мыслей, что они не умещаются в один роман? Или это издатели давят? В таком случае, почему, например, на пенталогии? Да, насчет того, что так много мыслей, что они не умещаются в один роман, да, в этом много правды, в этой фразе. Вот, я думаю, что под ней подпишется любой автор. Всегда можно приблизительно прикинуть план романа, чтобы все, что хочется сказать, уместилось в традиционный объем, но при этом всегда остаются какие-то хвосты, какие-то заделы на будущее, какие-то герои, с которыми не хочется расставаться. Вот. Иногда читатели требуют продолжений, вот, как это случилось с «Князем тишины». Вот. У «Князя тишины» на самом деле два продолжения. Вот. Это «Дракон мирового периода» и «Территория страха», которая не издана, к сожалению. Так что это трилогия. Вот. Ну, что касается «Мельницы желаний», это не диалогия, это один роман, один большой роман, разбитый на две части, он полностью закончен. Вот, и никаких продолжений не требует. Просто действительно объем материала был такой большой, что стандартный том не поместился. Вот. Ну а что касается упомянутой книги «Малышка Карлсон», то она затевалась как длинный цикл романов. Вот. Ну, пока в ней три книги, а не две. Вот, мы только что закончили с Александром третью книгу. Она должна выйти зимой. Вот. Но тут возникла такая сложность, как работа в соавторстве. Это довольно специфическая вещь, которая, ну, лично для меня создает некоторые проблемы. А какие, собственно, проблемы с авторством? Насколько я знаю, несколько книг вы написали вместе с супругом Александром Мазиным. Ну, я уверена, что есть авторы, для которых соавторство – это оптимальная форма работы. То есть они настолько хорошо друг друга дополняют или, наоборот, стимулируют к творчеству, вот, что вдвоем они пишут гораздо эффективнее, быстрее, может быть, даже талантливее, чем делали бы это поодиночке. Вот, то есть это, в общем, как бы один писатель о двух головах, что называется. Вот, но это не мой случай. Вот, то есть в качестве иллюстрации я могу просто рассказать, как писались вот эти вот три книги. Значит, меня часто спрашивают, как вы пишете вдвоем? Значит, вот как я пишу вдвоем. Первую «Малышку» мы задумали как бы вместе, то есть нас обоих увлекла эта идея, это была, в общем, своего рода игра литературная. Вот, то есть мы очень много обсуждали каждую главу, мне постоянно приходили в голову какие-то идеи, Саше приходили в голову какие-то идеи, мы их вместе обговаривали, потом садились и писали. То есть все это было написано очень легко, на вдохновении, буквально за пару месяцев, вот, и книга получилась легкая, жизнерадостная, вполне удачная. Вот. То есть это был такой вот замечательный спонтанный опыт соавторства. Со второй книгой было уже не так. Мы начали ее писать, после чего Саша сказал, а пиши-ка ты ее сама. А я буду осуществлять общее руководство. Я сказала, ей нет, так дело не пойдет. После чего работа пошла туго, потому что мне не хватало энтузиазма соавтора. То есть, соответственно, в первой книге мы как бы
стимулировали друг друга. В этой книге мы друг друга, получается, гасили. Вот. То есть требовались удвоенные волевые усилия, чтобы в итоге создавать качественный, хороший текст, который бы, скажем так, был бы не хуже определенного уровня. Третья книга. Совершенно другая история. Я занята на своих проектах, Саша занят на своих проектах. Тем не менее, мы хотим написать общую книгу. В итоге выглядит так. Я заканчиваю одну из своих сольных книг и пишу, скажем так, линию своей героини. Пишу примерно четверть книги, сбрасываю все написанное Саше. Проходит 3 месяца, Саша заканчивает одну из своих исторических книг. Берет то, что написала я, просматривает это, редактирует, пишет линию своего героя. Еще там страниц 100, перекидывает мне обратно. Вот. Через какое-то время я за все это берусь, просматриваю все написанное, критикую это, переписываю заново. Вот. И вот такая вот игра в настольный теннис продолжалась довольно долго. То есть мы писали книгу, наверное, года полтора, вот, переписывали ее по многу раз. В общем-то, результаты на самом деле довольны. То есть над книгой работали много, тщательно, вот, надеюсь, что получилось хорошо. Но времени на это было убито очень много. Так что, в принципе, я для себя поняла, что, наверное, мне больше нравится писать самой. Вот. Хотя я не исключаю какого-то опыта соавторства в будущем. Вы написали 2 повести для подростков: «Глюкоза» и «Принц вампиров», и «Глюкоза. Волшебный лес». Скажите, чем-то отличалась работа вот над этими повестями от работы над взрослой фантастикой? Если отличалась, то чем? Тут надо выделить 2 момента. Значит, во-первых, сама по себе книга, то есть это детская фантастика, вот, она выстроена гораздо проще, чем книги для взрослых. Я обычно, когда я пишу книгу для взрослых, я веду несколько линий одновременно, вот, которые могут между собой как-то перекликаться с флешбэками, там, с возвращениями к одной и той же теме. То есть композиционно они довольно сложные, и мне даже взрослые читатели об этом говорят. А вот в этих вот 2 книгах, там предельно простой линейный сюжет, там всего 1 линия. То есть я старалась делать поправку на детское восприятие, вот, поскольку я по образованию учитель, я некоторые особенности этого восприятия еще помню. Вот, то есть дети не могут долго удерживать внимание, не могут держать в голове одновременно несколько вещей. Вот, поэтому все эти вот книги, они распадаются, в общем-то. Каждая глава – это свой маленький законченный эпизод. Вот, сначала середина и концом. То есть, в общем-то, они отдельно читаются. Вот, то есть я писала эту книгу так, чтобы можно было читать по главе в день, допустим. Вот, и в то же время держа в памяти то, что было раньше. Без особых хлопот. Вот. Ну и второй момент, это тоже очень важно, это скорее касается этики. То есть известно, что ребенок воспринимает вот такую информацию гораздо ярче и совершенно некритично. То есть никаких неоднозначных вещей в этой книге нет, никаких моральных дилемм. Каких-то попыток взглянуть, допустим, на проблемы добра и зла с обоих сторон, как вот мне это нравится делать в более взрослых книгах. Вот. То есть можно сказать, тут все черно-белое. Вот эти хорошие, вот эти плохие. Плохие могут перевоспитаться, вот, но при этом нигде не говорится, что на самом-то деле они хорошие, просто вот взглянули на них не с той стороны. Вот. То есть я считаю, что дети, когда вырастут, они дозреют размышления о добре и зле, а пока не надо их путать. Вот. А в остальном я как-то специально упрощать текст не пыталась. То есть, в общем-то, писала как для взрослых. То есть я не считаю, что дети глупее взрослых. Просто есть некоторые особенности восприятия, которые надо учитывать. Мне больше всего из ваших вещей нравятся диалоги «Мельница желаний». Это, вот напоминаю нашим зрителям, вещи, написанные по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Скажите, пожалуйста, почему это, ну, собственно говоря, была избрана «Калевала» для этой работы, а во-вторых, почему вы ограничились, собственно, «Калевала» и не вернулись к обработке эпосов еще раз? Вот это был очень интересный эксперимент.
вот, на который я пошла по причине нежной любви к разнообразной мифологии, вот, в том числе и мифологии вот, Карело-финской, вот, поскольку это наш регион, вот, она мне близка, потому что как-то, ну, какие-то мои предки тоже были финнами, насколько мне известно. То есть это такой экскурс в память предков в некотором роде. Вот. То есть, конечно, все началось с интереса к Оливале. Вот, я начала читать и не изучать вопрос. Оказалось, что она вовсе не была написана, значит, шведским врачом и миссионером. Вот, она была, естественно, это народное творчество. Вот, это на самом деле просто собранное этнографом некоторое количество рун, то есть заклинаний на разные случаи жизни, обработанные в виде, скажем так, поэмы. Вот. То есть в XIX веке так делали многие. И, собственно говоря, почему я тогда не могу взять те же самые руны и обработать их на новый лад в виде фэнтезийного романа? Вот. Конечно, потом приходили мне такие отзывы, что это, значит, профанация, как это, надругательство, значит, над народной, национальной святыней корейского народа. То есть даже такое ко мне вот писали. Вот. Но в основном приходили отзывы позитивные, что наконец-то я прочитал, наконец-то я понял, о чем там речь. Вот. То есть этот роман, он не столько фантастический, сколько такое... сколько это такое этнографическое исследование. То есть я писала его довольно быстро, но перед этим я где-то год, скажем так, собирала материал не спеша, то есть читала очень много всего по финской мифологии, этнографии, истории, там, бог знает почему, собирала информацию, что они ели, где они жили, с чего они делали оружие. Вот, то есть самой фантастики в книге... Ну вот только народ вот, пахьёльцев, там у меня птицы-оборотни, это я сама придумала. И то это, на это есть намеки в Калевале, там где лоухи летают на железных крыльях, догоняет корабль. Вот, я подумала, почему бы им всем не быть крылатыми оборотнями. Вот, то есть, в общем-то, это мое собственное исследование финской мифологии. Я все это пропустила сквозь себя, прожила, можно сказать. Вот, изучила со всех сторон и выдала конечный продукт в виде вот такого фэнтезийного романа. А в 2011 году вы успели выпустить два романа под неким брутальным мужским псевдонимом. Не будем раскрывать секрет Полишинеля. Зрители, если захотят, найдут всю информацию в гугле. А вопрос, собственно, о другом. А скажите, пожалуйста, вот почему так безотрадна судьба женской фантастики, что милым женщинам приходится свои очаровательные лица прятать под брутальными мужскими масками? Проблема была в том, что роман был написан от первого лица. То есть вот этот вот парень, который превращается в дракона, раскрою уж тайну, чего там, тем более интрига не в этом, он рассказывает о своем превращении сам, что называется, в режиме онлайн. Вот. И поэтому, когда я принесла эту книгу в издательство, вот. Мне было сказано, что как же так, вот, у тебя главный герой – парень, вот, женских персонажей в книге фактически нет. Он рассказывает о себе, а на обложке будет стоять женская фамилия. А почему бы не попробовать мужской псевдоним, раз уж как бы, ты создала для этого все условия? И заодно проверим вот этот самый расхожий штамп, что фантастика под мужским именем продается гораздо лучше, чем под женским. Я согласилась, почему нет, вот, мне не жалко. Вот. И вот поэтому мне придумали издательство псевдоним, мне, в общем-то, было все равно какой. И вышли сейчас две книги романа «Черный клан». Собственно, вот она, одна из них, вот, под псевдонимом Алекс Градов. Значит, я планирую цикл. Минимум 4-5 книг. Ну а там как пойдет.
Вот. Надеюсь, что пойдет, потому что сейчас мне уже пишут, где третья книга, хотим третью книгу. То есть людям нравится. Вы регулярно возвращаетесь к так называемой городской фэнтези. Скажите, пожалуйста, каким образом вот эта вся дремучая архаика, магия, сверхъестественные существа, тайное общество, как это все уживается с рациональностью современного мегаполиса? А я не считаю современный город, тем более мегаполис, очень рациональным местом. То есть для меня оно, можно сказать, с самого детства было в высшей степени иррациональное. Вот. И эту иррациональность может увидеть каждый, кто, в общем, возьмет себе труд посмотреть. То есть все эти мифологические вещи, они вокруг, вот их видно. Вот недавно я видела клип группы «Сепультура», который мне очень запал в душу. О демонах, я так понимаю, каких-то ацтекских, которые приходят в город, но видят их только те, за кем они пришли. А для всех остальных идет нормальная, обыденная, рациональная жизнь. Вот это мой подход к городскому фэнтези. Я не пишу ничего иррационального, ничего рационального, я просто пишу то, что есть. Одна из первых ваших книг принадлежит к так называемому межавторскому проекту «Черный археолог». Правда, вышла она еще задолго до того, как, собственно, и читатели, и издатели помешались на этих самых проектах. Скажите, с вашей точки зрения, в чем дело? Почему до определенного момента проекты существовали отдельно, сами по себе, авторские романы отдельно, сами по себе, а потом вдруг произошел какой-то переворот в сознании, и проектные книжки вдруг начали продаваться миллионными тиражами? Почему сейчас происходит бум проектной литературы, боюсь, что это вопрос не ко мне все-таки, а может быть, там, маркетологам. Потому что у меня создается впечатление, что это произошло из-за того, что изданию книг начали относиться как к бизнес-проекту, что ли. То есть 10 книг лучше, чем одна, 50 лучше, чем 10. Вот, а если все они написаны в одном ключе, то почему бы нет, только лучше. Я не знаю, на самом деле, я для себя тему проектной литературы уже закрыла. То есть, не хочу как бы обижать моих друзей и знакомых, которые очень многие пишут в разных проектах, вот, но я теперь категорически против этого, и для меня это пройденный этап. Вот. Мне когда-то Олег Дилов сказал такую вещь, которую я, в общем, пропустила мимо ушей, а зря, относительно работы в одном проекте. Зачем тебе работать на чужое имя, если у тебя есть свое? Вот. И зачем продвигать чужие идеи, если нет недостатков своих? Вот. Я с этим полностью согласна. Вот. В общем, я теперь работаю на свое имя. Вот. Проекты... Ну, если кому-то, скажем так, хочется заработать, ради Бога. Вот. Если бы у меня возникла необходимость именно вот, потребность в деньгах, я бы пошла бы переводчиком. Скажите, Аня, а что дает вам участие в литературном семинаре Бориса Стругацкого и литературной студии Андрея Балабухи? Или мы возьмем шире, что вообще может вынести молодой писатель-фантаст из этих лит-объединений? Значит, литобъединения такого типа, они, на самом деле, их сравнивать нельзя, они совершенно разные. Студия Андрея Дмитриевича Балабухи – это семинар для новичков. Я бы сказала, для совсем новичков, которые ничего не умеют, ничего не знают, написали свой первый текст, принесли его и с трепетом ждут какого-то суда. То есть есть, конечно, люди, которые туда ходят годами, но я не знаю, зачем им надо. А семинар Стругацкого, я его воспринимаю как элитарный литературный клуб петербургских фантастов. Именно так я к этому и подходила. Значит, что можно вынести из таких семинаров? Ну, если брать семинар для начинающих авторов, то это самое главное, безусловно, это резистентность к критике. То есть, когда туда приходит, много раз я видела, когда туда приходит новичок, его текст справедливо, но абсолютно безжалостно критикуют,
он готов всех убить, он хватает этот текст, уходит с красным лицом, больше не приходит и ничего не пишет. То есть видел я и такие случаи. Вот. То есть приучаешься отличать критику конструктивную от просто ругани в свой адрес. Это очень важно для любого автора. Потому что, например, в интернете всегда идет обратная связь, не всегда доброжелательная. Вот. Я знаю многих авторов, они люди чувствительные, которых это может просто подкосить, ну, надолго. Вот. То есть там вплоть до срывов, депрессии и так далее. То есть лучше потренироваться. А лучший способ потренироваться – это прийти в студию для начинающих писателей, где тебя попинают свои, чтобы потом от чужих было не больно. Вот. Ну, а что касается семинара Стругацкого, вот, я туда пришла, в общем-то, с уже опубликованной книгой, походив где-то год на студию «Балабухи». Что я там увидела, это абсолютно другой стандарт литературы. То есть я поняла, что такое хорошая литература, потому что я считаю, что там собрались действительно талантливые авторы. В общем, скажем так, я увидела тех, на кого могу равняться. Вот. И в некотором роде перестала себя считать вот, свое творчество чем-то абсолютно выдающимся. Вот, потому что такая мысль всегда появляется у автора, который публиковался и на которого идут в интернете восторженные отклики. Правда жизни в том, что они идут практически на всех. Вот, то есть это был очень хороший способ не зазнаться и увидеть перспективы, куда идти дальше. Аня, зрители нашего подкаста задают вопрос. Вы пишете в основном фэнтези. Надеюсь, не будете отрицать, что литература это эскапистская. От чего бегут ваши читатели? Не раздражает ли, что приходится работать для удовлетворения потребностей людей робких, которые боятся посмотреть в глаза реальности? Ну, во-первых, я бы не стала так вот огульно оскорблять всех своих читателей, вот, называя их робкими, инфантильными и так далее. Вот. То есть я со многими из них знакома, это абсолютно достойные люди, вот, вполне успешные в жизни. Сохранившие живое воображение при этом, открытый взгляд на мир, умеющие видеть неожиданные вещи в обыденном. Я бы сказала, что это, в общем, наоборот, смелые люди. А вот, то есть я своих читателей уважаю и не стала бы о них так отзываться. Вот. Ну, то есть одни и те же вещи можно назвать инфантильностью, а можно назвать открытостью миру и умением нестандартно мыслить. Еще один читательский вопрос. Ссылаясь на прессу, интересуется, не собираетесь ли вы, как бывший сотрудник Эрмитажа государственного, написать что-то о криминале в Эрмитаже? Ну, мне кажется, что имеется в виду пресса желтая. Значит, да, это такой непростой вопрос. Вот. На самом деле, я уже написала о криминале в Эрмитаже. То есть он немножко опоздал. Вот. Сюжет третьей малышки Карлсона, он вращается как раз вокруг событий в Эрмитаже, связанных с исчезновением одного экспоната и, скажем так, проблемами с другим. Вот. То есть кое-что там имеет отношение к реальности. Другое имеет отношение к альтернативной реальности. Вот. Ну, разумеется, название «Эрмитаж», упомянутое в моей книге, не имеет никакого отношения к реальному государственному Эрмитажу. А вот серьезный вопрос, мне самому хотелось бы услышать от вас ответ. Скажите, пожалуйста, у вас никогда не возникало желания или потребности написать научно-популярную книгу? Дело в том, что фантастики-то на рынке сейчас полным-полно, по три книги в день выходит, а вот хорошей научно-популярной литературы днем с огнем не сыщешь. Нет, мне такая мысль на ум не приходила. Вот. У меня историческое образование. А книг, связанных, научпопа, связанного с историей, мне кажется, еще больше, чем фантастики. То есть я знаю огромное количество авторов, которые пишут исторический научпоп или всячески спекулируют на разных исторических, скажем так, тайнах.
их разоблачение. Вот. Мне это не представляется интересным. Хотя не исключено, что когда-нибудь я напишу исторический роман. Или псевдоисторический. Традиционный вопрос для всех наших гостей. Скажите, часто ли вы бываете на Крупе, и какие книги вас интересуют на нашей книжной ярмарке? Вот, ну, на Крупе я бываю часто. Раз в месяц примерно. Значит, по разным причинам. Вот, периодически приезжаю за учебными пособиями для сына, вот, и за детскими книгами для дочери. Ну и совершенно по другим поводам, в другие, скажем так, места хожу за фантастикой. То есть вот у вас тут есть замечательный павильон во дворе с фантастикой. Я туда хожу уже много лет, вот, со всеми там дружу, покупаю там новинки фантастики, в основном своих друзей. Вот, последний раз купила там книгу Насти Парфеновой «Ярко-алая», вот, где я упомянута. Вот. А потом прошлась по всей ярмарке, накупила еще мешок книг, в основном того самого научпопа, абсолютно разного. То есть, если вспоминать, что я купила справочник ювелира иллюстрированный по драгоценным камням, купила книгу «Войны будущего» о климатическом оружии, и купила я дневник Ольги Форш. То есть, интересы обширные. И, опять-таки, никогда не знаешь, что понадобится в работе, а потом факты показывают, что понадобится все. Ну и завершающий вопрос. Чего нам ожидать от писательницы Анны Гуровой в ближайшее время? Что лежит в издательстве, что пишется? Чем порадуете вы нас? Значит так, ну вот упомянутая третья малышка Карлсон, которая должна, по идее, выйти до Нового года. Это раз. Значит, дальше я собираюсь писать третий «Черный клан». Он примерно наполовину написан. Я надеюсь до Нового года его закончить. То есть, соответственно, выйдет он в конце зимы весной. Надеюсь, опять-таки, не от меня зависит. Вот. Также у меня сейчас, ну, буквально уже почти закончена книга, не совсем для меня типичная. Вот. Это, скажем так, романтическая фэнтези, где доминирует любовная линия. Вот. Я обычно эту тему обходила, потому что она мне как-то была не очень интересна. Вот. А тут решила, почему нет. Вот. Надо открывать новые горизонты. То есть это, скажем так, лирическая история, которая развивается на фоне Испании времен Реконкисты. Ну и там, разумеется, все, что положено настоящему классическому фэнтези. Рыцари, демоны, колдуны, прекрасные девы, ужасные девы и так далее. Вот. То есть там довольно много мистики. Я опять не удержалась, влезла в испанскую мифологию. Вот, и попаслась там. Там будет много песен, много стихов. Надеюсь, что получилось хорошо. Спасибо вам, Аня, за интересную беседу, за то, что зашли в нашу литературную гостиную. Надеемся, что увидим вас на Крупе и ваши книжки, и вас как покупателя. Еще раз спасибо. Всего вам доброго. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. В гостях у нас сегодня была писательница Анна Гурова. Напоминаю, что вы смотрели видеоподкаст «Литературная гостиная», который выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК имени Крупской, расположенной по адресу проспект Обуховской обороны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизаровская. Спасибо вам, всего доброго, до встречи через месяц. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.